Детские песни, шарики, стихи. 30-я гимназия отметила 1 сентября, День знаний. Торжественный день мальчики, девочки, их родители и педагоги встретили на территории школы под открытым небом. На празднике из учеников были только первоклашки, учащиеся 9-х и 11-х классов. Директор гимназии Татьяна Фризон поприветствовала виновников торжества и открыла двери в новый учебный год. Школа в очередной раз приветливо распахивает свои двери. Я рада приветствовать вас, ребята. Я поздравляю вас с началом нового учебного года. В торжественном мероприятии принял участие глава региона Сергей Носов. Он поблагодарил всех, кто помог справиться со всеми проблемами этого лета и вступить в новый учебный год в нормальном полном режиме. Будущие выпускники, уважаемые родители, я хочу поздравить вас с этим праздником, Днем знаний. Я очень рад, что он состоялся в традиционной манере, к которой мы все привыкли. Это значит, что с этим этапом трудностей мы вместе справились. После поздравлений первоклашек познакомились с учителями, и вместе они пошли на первый классный час.